Заседание по делу Виталия Назлымова снова перенесли. Мужчину обвиняют в создании Одесской Народной Республики и покушении на жизнь нескольких людей – нардепа Алексея Гончаренко и общественника Сергея Гуцелюка. Заседание люди прождали целый час, когда судьи объявили о переносе рассмотрения дела, присутствующие возмутились. Заседание перенесли, потому что якобы судья Иванчук был занят в другом деле, а адвокат потерпевшего считает перенос необоснованным. Судья Иванчук занят в другом деле, которого мы прождали целый час. Это ненормально. По той причине, что есть судебная власть, у нее достаточно возможностей, полномочий и средств отложиться, выйти из процесса, приостановить, войти в этот процесс, дать возможность сказать последнее слово и пойти на приговор. Здесь однозначно неповага до громадян. Вот этот термин я предлагаю ввести в обиход. Я думаю, что он будет очень доречный, особенно в судах. Потому что судьи, они ведут себя как небожители. Час просидело 100 людей, которые, может быть, уехали с работы. Там, сегодня, тем более, праздник 1 сентября. Плюют на людей и все. И за это никакой ответственности. Следующее заседание назначено на 8 сентября, но я напомню, Виталия Назлымова обвиняют по нескольким статьям. Умышленное убийство, совершенное по заказу, подготовка к преступлению, терроризм по сговору группы лиц и незаконное обращение с оружием. Он известен своей антигосударственной позицией. Мужчину также считают причастным к попытке создания так называемой Одесской Народной Республики.